состояние совершенно понятное, труднопередаваемое и практически необъяснимое. Но вот это звук дудука. Сейчас Виталий Погосян освободится, так сказать, от того, что он делает, и ответит нам, можно ли склонять этот инструмент, а откуда есть пошел дудук, если он, конечно, откуда-то есть и пошел, и что это означает. Виталий Погосян, доброе утро. Доброе утро, Феликс. Это самый настоящий армянский глубокий исторический инструмент. А он как-то переводится, он что-то означает? Или, На армянском есть прямое название «тиранапох». Это означает абрикосовая палка. Дудук это вы для русских придумали, чтобы они не путались, да? Ну, наверное, общее, все-таки мировое, да, название, чтобы легче было произносить. То есть это абрикосовое? Это абрикос настоящий. Это все вот это абрикос? Это вот все абрикос. А причем... вот у вас есть какой-то любимый дудук, или они все по-своему любимые? У меня самый любимый, конечно, вот этот, но ага. есть один из старых, которому вот лет 50. Вот этот, пожилой да. такой дудук. Да, это пожилой дудук, и это самый настоящий, это стройля. То есть изначально все инструменты а вот были этого надпись строя. Надпись на армянском языке, это чтобы вы слова не забыли, или это ноты? Здесь написано «Дарю Виталию Погосяну». Ах, вот что здесь написано. Армянский мастер мне подарил этот инструмент. Скажите, пожалуйста, это абсолютно, ну, так сказать, подобие существует в мире, или дудук это абсолютно армянская история? Нет, не существует, потому что здесь сама система вообще отличается. Здесь трость, посмотрите, какая широкая. Широкая. Да, очень, и, да. и обязательно надо надувать щеки. Да, это мы видели. Вот, максимально. Да, да, и, да. То есть трудно воздух входит, да? То есть надо напрягаться? Да, желательно не курить вообще. Не курить дудук. Ну, и курить дудук. Можно бамбук, я да. знаю. Дудук не надо. Есть к вам просьба. Значит, у нас... Я бы хотел очень, чтобы кадры нашей программы, значит, ну, не только мы с Ниной сейчас, да, а кадры нашей программы, ну, прошлых программ, под дудук, скажем так, зашли в качестве клипа. Мы сейчас будем показывать какую-то картинку, а вы, мы специально ее замедлим, ребят, специально, потому что дудук, он менее скоростной, чем то, что происходит у нас в программе, но, тем не менее, и вы увидите, что дудук хорош, так сказать, в любой компании. Давайте, мы даем картинку, а Виталий, глядя на картинку, может любое практическое произведение исполнять. Начинайте играть тихонечко. Давайте картиночку. Слушайте, все попадает. Даже твоя реакция, Инсан. А, это наша благодарность Виталию. Давайте уже закончим. Виталий Погосян, мастер игры на дудуке, был сегодня с нами. Спасибо вам большое. Спасибо, спасибо вам, за, в том числе за замечательную музыку и за замечательные слова, потому что делать дело и говорить — это не одно и то же. Мы тут недавно убедились, когда великий Диего Армандо Марадона отвечал мексиканскому телевидению на вопрос, как ему матч мексиканской лиги, который он только что посетил. Обратите внимание, что ответил Диего Армандо. No, друзья мои, полностью интервью мы посмотрим через 2 минуты после рекламной паузы.